Hello, друзья! Фокус, который вы сегодня увидите, станет одним из ваших любимых. Однако здесь есть маленький нюанс. Для выполнения этого фокуса вам понадобится черная рубашка или же черная футболка. Короче говоря, если есть желание, то досмотрите видео до конца и подпишись на канал. Стоит отметить, что вам нужна самоклеющаяся бумага, черный маркер, нож, две одинаковых карты и 5 рублей. Берем 5 рублей и убираем недалеко. Далее берем нож, карту и достаем 5 рублей. Аккуратно обрезаем 5 рублей по карте и теперь прикладываем к бумаге и начинаем закрашивать окружность на месте отреза. Обрезаем круг и приклеиваем на другую карту в месте отреза. Помимо этого можно использовать малярный скотч, закрасить и отрезать по монете. От обычной бумаги он особо ничем не отличается. Когда мы сделали этот реквизит, карту с этой наклейкой нам необходимо поместить вот в такой палм. Либо перед началом фокуса убрать в карман и уже потом в ходе фокуса достать в этом палме, чтобы было вот так. А это делается для того, что когда мы будем показывать вот эту вот дрявую карту, мы ее будем класть на руку, переворачивать и потом вот таким вот образом доставать. Понятно. Но это не значит, что теперь в себя вы должны верить. Для фокуса необходимы некоторые условия и, соответственно, тренировка. Первое условие, соответственно, черная одежда. Второе условие – это слегка приглушенное освещение. И максимум 2 зрителя. Но если вы показываете на большую аудиторию, то, соответственно, расстояние должно быть достаточным, чтобы не просматривались слепые зоны. И перед показом фокуса заострите внимание на дрявой карте. В левой руке у вас уже находится реквизит. Показав карту, мы ее должны поместить в руку рубашкой вниз, и чтобы дырка совпадала с заготовленной картой. Далее переворачиваем карты и берем верхнюю, одновременно с этим дрявую карту убираем. Вытянутую карту начинаем покачивать на фоне своей черной одежды. За счет этого сложится впечатление, что мы перевернули карту в руке и просто ее качаем. Во время этого движения карту в левой руке помещаем в карман. А потом просто снимаем наклейку с карты и смотрим на удивленные глаза зрителя. Важно, убедитесь, что на вас не направлен источник света, поскольку наклейка будет бликовать. Я думаю, что сделал свою работу на 100%. И от вас жду того же. Тренируйтесь, и у вас все получится. Меня зовут Геннадий Сергеев. Увидимся уже в следующем. Пока!